В Урнарском районе раскрыть кражу из магазина полицейским помогла служебная собака. Овчарка привела стражей порядка буквально в дома злоумышленников, которые в тот момент еще спали. Подробности этой истории в нашем материале. Около 3 часов ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России в Урнарске поступило сообщение о проникновении в магазин. Звонивший представился кочегаром, который пришел в торговую точку с позаранку, чтобы затопить печь. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось уже на месте происшествия, злоумышленники проникли в магазин с запасного входа, вырвав дверной косяк. Для розыска злоумышленников была применена служебная собака. Собаку применил по следу от запасного выхода с магазина. Привела на улицу Нижняя, к вероятным преступникам. Овчарка Дик привела полицейских буквально в дома злоумышленников, которые в тот момент еще спали. Как выяснилось позже, в тот день сельчане 24 и 47 лет выпивали. Спиртного не хватило, вот и решили они пойти ночью на дело. Добыв необходимое, снова выпили и разошлись по домам. А магазин что взяли? Помните? Не помню, пьяный был. А не судимый? Судимый. А чем занимаетесь вообще? Работаю. Где работаете? Везде, где угодно, где хочется. Среди похищенного из магазина продукты питания, алкоголь, целая коробка дорогих сигарет и более 9 тысяч выручки. Точную сумму ущерба сейчас устанавливается. По словам местного участкового уполномоченного полиции Сергея Михайлова, оба они ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Живут временными заработками, частенько выпивают. На данный момент в отношении них возбуждено уголовное дело. Предусмотрено статьей 158, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оба гражданина задержаны в порядке статьи 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Оба злоумышленника дают признательные показания. А Дика, помогшего раскрыть кражу по горячим следам, за проявленный профессионализм уже угостили любимым кормом.